Близится День Победы, и в этом зале мы периодически принимаем решения, к сожалению, явно недостаточные, в поддержку участников Великой Отечественной войны, реже блокадников, вдов погибших фронтовиков, тружеников тыла. Однако есть группа людей старшего поколения, о которых мы говорим слишком редко, незаслуженно редко. Это дети погибших фронтовиков или просто сироты войны. Вот уже много лет работаем мы с Омской и другими региональными ассоциациями детей сирот войны. Направляем запросы, готовим предложения к бюджету, голосуем в поддержку региональных законодательных инициатив, например, Новгородской. Однако результата практически нет, предложения блокируются большинством Государственной Думы. Между тем, дети, потерявшие на фронтах Великой Отечественной одного из родителей, а ныне ставшие ветеранами, составляют в стране около 2 миллионов человек. Большая их часть получила по законодательству некоторые социальные гарантии в другом качестве, как инвалиды, как узники концлагерей, как труженики тыла и даже как участники войны. Но осталось около 150 тысяч человек тех, кто не получил до сих пор ничего. И вот недавно на прием ко мне пришла моя школьная учительница Валентина Ивановна Давыдова, дочь погибшего фронтовика, пришла, принесла письмо и просила довести его до сведения руководителей государственной власти. Вот некоторые выдержки из этого письма, цитирую. «Сироты Великой Отечественной по-настоящему войну почувствовали не тогда, когда голодали и получали письма с фронта и похоронки. Войну почувствовали после победы, когда вместе с радостью победы ощутили и боль победы. С потерей отца все рушится, и у матери, и у детей. Рухнули надежды. Кажется, рухнула сама жизнь. Теряешь не только любовь отца, но и материальную и нравственную защищенность. От слов «сиротки вы мои» скукоживается все внутри, и безысходность надвигается. Растешь, как трава в поле, и уже знаешь, что ты не такой, как твой друг, подруга. У нее есть папа, а ты вырос и никогда не произнес этого слова. Никогда. Талант сироты может никогда не раскрыться, просто нет средств. И те, кто этого не испытал, не понимают и не поймут, каково быть сиротой. А еще обиднее просить этот статус. А если о себе как-то напомнишь, так и ответ – не надо заглядывать в чужой карман. А когда и мать умирает, не выдержав тяжести и физической, и морально-психологической, вот тут крах всему. Мы с братом, брат уже умер, умер в 43 года, мне 71 год, но и брат умер от сердечно-сосудистого заболевания, а я пережила 3 инфаркта и шунтирование. И то, что с нами это произошло, я считаю, наше сиротское детство так аукнулось». Имея 2 института, я получаю пенсию на уровне с советским тунеядцем. Прошу от имени всех сирот Великой Отечественной войны обратить на нас внимание. Обидно, когда поздравляют с годовщиной победы, всех перечисляют, но хоть бы один раз упомянули о детях, которые потеряли своих отцов на полях Великой Отечественной, которые до сих пор помнят и оплакивают их. Супруга погибшего – семья, а дочь, сын уже не семья. Кто узаконил это? Где логика? Надеюсь, уважаемые коллеги, этот человеческий документ не оставит вас равнодушными. Прошу поддержать протокольное поручение по этому поводу в адрес Комитета по делам ветеранов. Убежден, дети погибших фронтовиков должны получать такие же социальные гарантии, как и их вдовы. Спасибо за внимание.